Доброе утро, дорогие друзья. Ходыш Тов, новый месяц Сиван. К сожалению, месяц начался с ракетных обстрелов Израиля. Гибнут люди. И весь этот кошмар происходит в том числе и потому, что духовная обстановка в мире не совсем хорошая. Это зависит также от нас. Я вчера говорил об обязанности самоотчета человека, который должен посчитать, как он живет. Да? Он ежедневно человек должен проверять свои действия, чтобы понять, правильно ли направление он идет. Чтобы проверить, не потерял ли он по дороге что-то ценное, что было у него. Если путь не выверять по компасу, то обязательно собьешься с дороги. Зайдите, вот человек в море, например, без компаса обязательно заблудится. Мы в море жизни. Вот. Нам дан компас. Компас – это все духовные вещи, это Тора, Библия, это духовные вещи. Если не выверять свою жизнь по этому компасу, ты не только собьешься с дороги, но обязательно заблудишься. Чтобы уходить, есть такая каббалистическая формула, чтобы уйти от небесного суда, в котором выстоять очень тяжело. Творец подарил нам еще одно решение. Если человек ежедневно судит сам себя, то он избегает суда небесного. Представляете, если вы вечером подводите итог тому, что вы сделали, вас не будут судить наверху. Но это я не знаю что. Сказано, когда есть суд внизу, нет суда наверху. Почему важно выверять свои поступки? Почему это так важно, что такой, что такое малюсенький такой человек, как я, и вот какая разница миру от моих поступков? Сказал Хафец Хаим, что известно, что поступки человека в этом мире создают определенные творения в высших мирах. Мы своими поступками создаем ангелов, хороших или плохих. Если человек любит прощать и с добром относится к другим, он призывает милосердие в этот момент, и даже когда судят его самого, его заслугу того, как что он относится к другим хорошо, Всевышний проявляет милость к нему и ко всему миру. Вот что нам не хватает. Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Предположим, вас обидели. Предположим. Бывает? Бывает. Вот. Можно разозлиться, а можно постараться найти в этом что-то хорошее. Возможно, Всевышний посылает мне сейчас огромный подарок. Дает возможность научиться преодолевать чувство гнева. Ведь, жена, дети, человек, который обижает, что для меня сделали. Что я так... Важно научиться правильно использовать испытания, которые нам даются. И уметь обратить недостатки, с которыми мы сталкиваемся, к добру. Рассказывает от имени Балшемтова. В трактате Авот говорится, что человек осудят по его сознанию или без его осознания. Человек в высшем суде происходит следующим образом. Человека в высшем суде показывают жизнь собственную. Кроме одной детали. Он не понимает, что это его жизнь. Ему предлагают судить то, что он видит. Если человек привык судить о ближнем к добру, искать хорошую сторону в поступках окружающих, он постарается найти оправдание. Если он живет иначе, начнет судить строго. И тут ему скажут, что это он есть и сам. Если он осуждал, то его осуждают. Если оправдывал, оправдывают. Это называется по осознанию или без осознания. Он эти поступки знает, он их оценил, но в то же время он не знал, что судил самого себя. А настрой, вот еще и настроение, с которым мы идем по жизни. Говорил такой был Раби Симха Бунин. По настроению купца можно судить о состоянии его дел. Если печален, значит в долгах. Если весел, то все должны ему и скоро вернут. Вне торговли наоборот. Если ты видишь человека в печали, желчного, вечно ворчащего, знай, он считает, что Всевышний перед ним в долгу, не додал ему. Слишком плохо с ним он обращается. А если он весел, значит он думает, что получил даже больше, чем ему полагается, что Всевышний щедрый и великодушный хозяин мира. И поэтому сказано, служите Всевышнему в радости, не будьте неблагодарными, не ходите за Всевышним, как понурые кредиторы за должником. Тяжесть, подавленность – это микробы, постоянно уничтожающие наш дух. В этом можно склонить, благодаря этому люди склоняются к меланхолии, скатываются в нее. И с этой опасностью надо работать и бороться безжалостно. Также это настроение просто вредное для человека. Надо реагировать сразу, как только грустная мысль проходит в сердце, тут же с ней бороться. И вот вы знаете, вот говорят мудрецы важнейшую формулу. Если бы в животе у матери посетил нас ангел и предложил бы вот все, что хочешь, да, то одно из самых бесконечных благословений, которые вы могли бы попросить, это позитивный взгляд на жизнь. Позитивный взгляд на жизнь. Брахава, ацлаха, ходы, что, всего самого лучшего.